Привет, друзья! Сегодня я для вас снимаю видео с покупками и посылками. Тут, мне кажется, будут пока только посылки. Это первая часть, потому что я знаю, что ко мне идет еще некоторое количество моих посылочек и кое-что я должна... В общем, это первая часть. И тут будет некоторое количество. Мне пришли первые посылочки уже на мой новый рабочий адрес. Так, и первая из них... Я, кстати, ни одну из них еще не вскрывала, потому что я хотела сделать это вместе с вами. Я проверяю, нет ли здесь нигде адреса. Нет его нигде. Нет, вроде бы, если что, это рабочий адрес, поэтому все равно. Итак, первое, что мне пришло, это огромный пакет. Так, насколько я понимаю, должна быть посылка от Skinlight. Сейчас мы... Да, это они! Е-е-е-е. Так. Я знаю, что они мне хотели прислать их новые масочки. Если они у них вышли, новые такие, классные, давай мы тебе пришлем. Я такая, конечно, я люблю их маски. Я на самом деле искренне очень люблю их маски. Вот этих вот их черненькие крошки, я их обожаю, потому что они немножко... Такая у меня уже есть, и я ее очень люблю. Они с вулканическим пеплом, да, и они пузырьковые. Вы их наносите, они начинают пузыриться у вас на лице. Эти пузырьки немножко очищают кожу, но они это делают очень нежно. И в тот момент, когда они ее очищают, всяческие очень классные полезные вещества проникают в вашу кожу. В общем, это очень классная маска. У меня после нее кожа всегда просто выглядит отлично, поэтому супер, я рада, что у меня есть некоторое пополнение. Дальше, черная тканевая маска. Черная маска, супер черная, как моя душа. Я люблю всю черную косметику, вы меня знаете, друзья, у меня прямо слабость к ней. Итак, L Skin. Так, это тоже, насколько я понимаю, как бы... Эта марка делает и Skinlight, и L Skin. Вот, вот что я пытаюсь сказать. Итак, это L Skin, черная тканевая маска, выравнивает цвет и рельеф кожи, уменьшает жирный блеск, увлажнение и детокс, улучшает кожное дыхание. Супер! И она черная, мы скоро ее с вами увидим. Так, следующее это черное и белое. Я недавно в кафе слышала, как кто-то заказал Flat Black and White. И это было просто легендарно. Итак, черное и белое. U-Zone, мультимаска. Ууу, мультимаскинг из серии 2 в 1, потому что обычно, вы знаете, мультимаскинг из серии вы наносите одну маску сюда, другую сюда, третью сюда. Это из серии много разных масок, а тут из серии они в одной упаковке. Супер! Это идеальное решение для кожи комбинированного типа, включающее в себя специальный уход для Т-зоны и Ю-зоны. В результате применения мультимаски кожа становится гладкой, ровной и приобретает здоровый сияющий цвет. Так, для Т-зоны черная глина содержит вулканический пепел, активированный уголь и целый комплекс натуральных экстрактов, который прекрасно абсорбирует кожное сало, очищает поры, устраняет жирный блеск. Маска обладает детокс-эффектом, выравнивает микротекстуру кожи и уменьшает размер пор. Супер! Для U-зоны маска белая глина окажет более мягкий очищающий эффект, одновременно питая и выравнивая тон кожи, заметно придавая свежесть и сияние. Супер! То есть Т-зона, U-зона. Попробую и отчитаюсь вам. Так, и следующее это... жемчужная маска, хеллоу, жемчужная маска-пленка, сияние кожи. У меня, кстати, есть их маска-пленка с золотом, и она прям супер. Так, что это делает у нас масочка? Так, глубокое очищение, выравнивание и сияние, защита и лифтинг, жемчужный гидролизат, коллаген и натуральные экстракты. Ей! Так, в общем, это новые масочки. Я буду вас держать в курсе, вы знаете, как это происходит. Дальше. Отшелушивающий гель с фруктовыми кислотами, Skinlight, для умывания. Это то, что мне нужно, безусловно, всегда. Обновляет кожу, освежает цвет лица. Экстракт яблока, экстракт лимона, экстракт апельсина для всех типов кожи. Отшелушивающий, это здорово, потому что иногда у меня кожа такая серия... Вы знаете, когда из серии вы чувствуете, что что-то лишнее у вас на коже, и очень сложно это очистить. Я чувствую, что отшелушивающая должна как раз с этим справляться. Так, действие гель-пилинга Skinlight основано на использовании фруктовых экстрактов и кислот, которые не только мягко очищают кожу, естественным образом размягчая ее верхний слой, но и содержат незаменимые для кожи аминокислоты и витамины, активирующие клеточную регенерацию, уменьшающие глубокие и мелкие морщинки. Еще морщинки. Это то, что нужно.
И последнее, что тут есть. Так, это гидрогелевые патчи, черный жемчуг и гиалуроновая кислота. И это тоже марка SkinLight. Так, они устраняют отечность и темные круги под глазами, разглаживают морщины, выравнивают рельеф кожи, а также они глубоко увлажняют и питают. Целых 60 штук. Супер упаковка, мне нравится очень, потому что она черненькая. Да, так, это я буду пробовать, буду вам рассказывать, как оно пошло, надеюсь, что мне понравится. Патчи под глаза мне нужны всегда, поэтому тут я прям очень-очень рада. В общем, SkinLight, спасибо, я буду пробовать, отличные новинки, звучат очень-очень интригующе. Так, следующая посылка, которая мне пришла, насколько я понимаю, это должна быть туалетная вода. Марка S-Parfums, я полагаю, что это от них. Вы, возможно, помните в моем предыдущем видео, я вам рассказывала, что на дне рождения бьюти-мафии S-Parfums выдали нам купоны на приобретение их туалетной воды, и они делают как бы копии известных и более дорогих парфюмов. Я вам сказала, я настроена несколько критично, но я посмотрю. Итак, вот что мне пришло, оно выглядит так, оно запаковано отлично, то есть оно должно быть в полной сохранности. Белые штучки рассыпались всюду, мои кошки сейчас будут просто счастливы. Они, кстати, покинули помещение в какой-то момент. Что удивительно. Так, вот коробочка. Они меня услышали и вернулись. Вот она коробочка. S-Parfum Rafa Cosmetic. Я вам уже говорила, что из серии Rafa, как Rafa Benitez. Кстати, упаковка довольно симпатичная. Так, и сама бутылочка. Вот она. Хорошенькая, беленькая, с золотым, супер. Я взяла аромат Жадор от Dior, потому что я его знаю, я его люблю. И сейчас мы попробуем с вами, как он, насколько он похож. Да, кстати, похож, на самом деле похож. У меня прямо волна воспоминаний, связанных с этой туалетной водой. Мне в свое время, мне кажется, в классе в 11-м подарил этот аромат мой любимый папочка, и я довольно, ну, то есть он мне подарил сразу несколько бутылок, и я пользовалась туалетной водой очень долго, это, ну, как бы была такая моя фирменная туалетная вода очень много лет, и поэтому мне очень, я очень давно хотела снова купить этот аромат, потому что он мне очень нравился, он такой классический, нежный, женственный, утонченный, не слишком цветочный или приторный, и он очень хорошо, например, подходит вот под этот вот такой пин-ап образ. Ой, я рада, что этот аромат снова в моей жизни. Он на самом деле похож на оригинал. Так что, супер. Так, следующее, что у меня есть, это Vivien Sabo. Мне кажется, у нас ни одни покупки и посылки не отходятся без Vivien Sabo. Они меня балуют. И они мне прислали две цветные туши Кабаре. Я обожаю их туши Кабаре. Итак, первая оттенок 02, другой 04. 02 синяя, 04 фиолетовая. Фиолетовая у меня уже есть... Есть, но я рада ее получить снова. Мои нарощенные реснички в какой-то момент нас покинут. Тут-то я их и протестирую, и расскажу вам, как они. Мне кажется, что цветная тушь на лето – это весело и здорово. Так, и еще кое-что, что мне пришло. Это марка Docolor, Dream in Color. Это, насколько я понимаю, должны быть кисточки для макияжа. Это какая-то марка, которую я, честно говоря, не знаю, но они представлены в разных соцсетях. Они мне написали на почту из серии, хотим вам прислать, ну, то есть по-английски, хотим вам прислать кисточки, чтобы вы их попробовали, возможно, вам понравится. Я такая, ок. Кисточки для макияжа мне нужны всегда. Итак, они выглядят обалденно. Они вот этих вот цветов, которые сейчас очень модные. Они такие мягкие. Они выглядят просто супер. Эти ручки, это такие серии инстаграмные кисточки. То есть мне нужно будет их от души отфоткать для инстаграма, просто потому что они настолько красивые. Так, какие кисти входят у нас в набор? Кисть для тонального крема. Очень, они все очень мягкие. Так, вот. Давайте, наверное, я их оставлю для видео с первыми впечатлениями и серии с новой косметикой. И как раз мы с вами их протестируем. Так,
Очень тоненькая кисточка для растушевки. Очень мягкая, очень плотная. Мне кажется, должна быть хороша в действии. Ну, и они выглядят настолько красиво, что... Смотрите, она изогнутая, у нее переход цвета. Они прямо вау, красивые. Так, а это... Так, это, наверное, для губ. Кстати, благодаря своей форме они очень удобны, их очень удобно держать. То есть вот они прям в руку ложатся идеально. Сейчас бы она мне, кстати, очень пригодилась, потому что на мне сейчас у CC Lip Tar оттенок Harlot, и так как у него вот, вот такая упаковка, его очень сложно носить, его невозможно носить без кисточки для губ, и вот она бы сейчас была мне очень нужна. Так что супер. Ну, они прямо... Красота, какие классные. Я, наверное, для вас тогда на следующей неделе сниму видео с новой косметикой, вот как раз мы там их протестируем. Так, что у меня есть еще? Мне кажется, что это все из покупок и посылок, в смысле просто из посылок. Мне идет еще кое-что, я надеюсь, что оно придет на следующей неделе. Я вам сниму вторую часть этого видео, выложу, вы посмотрите, надеюсь, что вам понравится. Спасибо вам большое за просмотр, я вас очень люблю, и мы увидимся с вами во второй части видео с покупками и посылками. Отличного дня, друзья! Привет, друзья! Добро пожаловать во вторую часть моего видео с покупками и посылками. Я уверена, что это вторая часть. Я уверена. Я только что пришла с работы, поэтому я немножко такая уставшая. Но, тем не менее, мне пришли несколько посылок, и мы с вами сейчас их откроем. И первое — это Банигами! Вы их, возможно, помните. Ребята присылали мне свои отличные витаминки зимой. Да, мне кажется, была серия «Январь». И вот они мне их прислали снова, и я так рада, я так люблю, я на самом деле искренне очень люблю эти витаминки, потому что, ну, как бы они полезны для волос, но, что я также заметила, они очень хорошо влияют на мою кожу. У меня кожа после них просто потрясающая, поэтому я так рада, что они снова у меня есть. И здесь также есть кое-что от марки Shine. Это их новинки. Первое – это тонер-спрей экспресс-увлажнение. Активный тонер-спрей с экстрактом водяной лилии максимально обогащает кожу кислородом, минералами и витаминами. Отлично, то, что нужно. Так, и следующее – это эликсир ойл, то есть масло-эликсир с ботокс-эффектом. Инновационная формула масла оказывает мгновенный ботокс-эффект, восстанавливает эластичность, повышает тургор кожи. Масло жжоба уменьшает воспаление, насыщает влагой и выравнивает тон. Легкая текстура масла моментально впитывается, борется с первыми возрастными изменениями. Борется с первыми возрастными изменениями. Отлично. Сыворотка всегда нужна. Я думаю, что я буду использовать ее по вечерам. Очень надеюсь, что она поможет моей коже сохранять хороший вид. Так что, да, буду тестировать, вам расскажу как. Я уже читала отзывы вот на эти два новых средства, и они были очень-очень положительными. Поэтому, да, я надеюсь, что они будут хороши. Так, следующее. Мне пришел мой второй заказ из Faberlic. У меня он был не так давно, и вот я сделала еще один заказ. Ну, точнее, мы сотрудничаем с ребятами, поэтому просто чтобы вы знали. Так, и тут... Первое, что я вижу, это то, значит, чего я больше всего взволнована и рада. У Faberlic, оказывается, сейчас есть не только декоративная и уходовая косметика, у них есть много всего, в том числе бытовые товары, бытовая химия, товары для дома, одежда, аксессуары, и в том числе там есть кое-что в плане еды. И я решила попробовать. Это средство, ну, как бы... То, что вы заливаете кипятком, и оно готово. Учитывая, что я довольно много работаю, у меня не всегда есть время приготовить какой-то осмысленный ужин. Поэтому такие крошки, я очень надеюсь, что будут в самый раз. Так, первое, что я взяла, это томатный суп с базиликом. Я обожаю томатные супы. Я просто огромный фан томатных супов. Поэтому, если они окажутся вкусными, будет здорово. Но в целом, вы залили их кипятком, они готовы. Звучит просто потрясающе. Просто как мечта для такой лентяйки... работающей девушки, как я. Второе – это ризотто. Я люблю ризотто, но, честно говоря, для меня его готовить – это просто целая морока.
Я не очень люблю готовить, если вы еще не поняли. То есть какие-то простые блюда я могу освоить. Ризотто для меня это что-то экстра. И я помню, как мне родители из Италии, из Рима, нет, из какой-то другой части Италии, привозили вот подобные пакетики, если вы их заливаете кипятком, или там вы их кипятите, ну как бы вы их варите, и вау, у вас готовы ризотто, и они были очень вкусные. Я очень надеюсь, что эти будут также хороши. Не содержат глютен, что, кстати, очень-очень здорово. Так, ну и следующее, это, естественно, вариант для завтрака, потому что я не знаю, как вы, но у меня никогда нет времени на завтрак, и поэтому тут есть кашки. Каша мультизлаковая с черникой. У них очень много разных каш. И если мне вот эти понравятся, я, безусловно, буду заказывать и дальше, потому что вот с утра это будет, мне кажется, просто спасение для меня и для моего мужа. То есть, если они будут вкусными, это было бы очень классно. Потому что просто готовить кашу, там ее варить, заливать чем-то, следить, чтобы она не подгорела, не убежала, будет супер. В общем, я очень надеюсь. То есть, я когда увидела на их сайте, на сайте Фиберлик, что у них есть опция вот этих вот быстро готовящихся продуктов, я говорю, ооо! Поэтому я насчет них была заинтригована, мне кажется, больше, чем насчет всего остального. Так, следующее. Естественно, кое-что для губ. Меня заинтриговала упаковка вот этих вот блесков. Это Color Energy. Вот такие маленькие крошки. У меня оттенок... Они называются волна цвета. Вот. У меня оттенки 46-64 и 46-65. Это такой холодный светло-розовый, я люблю такие цвета, а этот такой более персиковый, тоже довольно светлый. Вы знаете, у меня много таких цветов, но у меня их не может быть слишком много. Поэтому я их взяла, они хорошенькие. Так, следующее. Помада, потому что, естественно, мне нужна была помада. Это у нас коллекция... Бархатный сезон и оттенок 40052. Мне кажется, я помню, что это за оттенок, но... О, да, земляничный такой, очень яркий, сочный, красный. Такой немножко... немножко розоватый. Такого красного у меня еще нет. Честное слово. Правда. Ну... Я не могла его не взять. Он уж очень красивый. Я еще погуглила... Она на магните, смотрите. Эти звуки просто... ASMR, как это называется, когда из серии классные звуки в видео. Вот, в общем, я погуглила свотчи, и они были такие красивые, и в жизни она тоже выглядит потрясающе. У меня, как всегда, мне нужно сначала ее отфотографировать, потом я буду ее показывать вам. Следующее, это то, что мне было очень-очень нужно, очень-очень давно, и то, чего у меня никогда не было. Друзья, угадайте, о чем я. Речь про скраб для губ. Это вещь, которая, мне кажется, есть у всех, но я просто никогда его не пробовала. А тут оказалось, что у Фаберлик он есть, называется Sugar Lips, сахарные губки. Упаковочка абсолютно очаровательная. Так, и сам он, его довольно много. Пахнет очень вкусно. Ну и я надеюсь, что он будет хорошо очищать губки, делать их более мягенькими и пухленькими. Следующее, кое-что, что мне очень нужно, что всегда нужно, это крем для тела, точнее, это увлажняющее суфле для тела, французский десерт. Я не могла вот с этой упаковкой, они такие хорошенькие. Лакомство для тела, 0 калорий. Но нас же интересует запах. О, я хочу есть. Я пришла с работы, я голодная, и после этого я еще больше хочу есть. Оно пахнет как суфле, да, как что-то сладенькое, при этом не слишком приторно. О, какой приятный, вкусненький, сладенький, аппетитный запах. Очень надеюсь, что мой муж тоже будет считать этот запах аппетитным. Еще одна помада из коллекции «Бархатный сезон». Мне, кстати, нравятся упаковки. И вот та, которая красная, я имею в виду Фаберлик, я не знаю, как они это делают, они как будто знают, что я вот люблю всякие старые Голливуд и винтаж, у них очень много упаковок ассоциируется у меня вот с чем-то таким очень винтажным. Вот у меня в прошлом заказе было две помады, «Роскошный поцелуй» и «Овация» коллекции были, обе красные, и
Вот упаковки у обеих были невероятно красивые. Так, но это у нас новый оттенок 40058. Я не сразу вспомнила, что я его заказывала. Да, это очень холодный такой розовый. Один из тех цветов, которых, друзья, у меня нет. У Faberlic очень много самых разных видов помад, самых разных оттенков помад. И я поняла, что у них довольно много оттенков, которых у меня нет. Поэтому я такая, воу, отличный повод их попробовать. Мне кажется, что этот цвет должен на мне смотреться довольно хорошо. Он немножко он светлее, чем то, что у меня сейчас есть. Мне кажется, что вот, особенно с холодным макияжем глаз, этот оттенок должен смотреться прекрасно. Так, и напомню, это 40058 цвет. Следующее, это у нас... так, вот они у нас должны идти все вместе. Сейчас я их распакую. Итак, я решила попробовать их средства для ногтей. И первое, это основа сыворотка под лак. Вот как она выглядит. Она у них, мне кажется, всего одна, она светло-розовая. Я никогда не пользовалась базой под лак, и когда я последний раз была на маникюре, мне мастер сказала, что если бы я пользовалась базой под лак, то, во-первых, ногти меньше страдают, и сам вот лак, оттенок, будет легче потом стереть, если будет база под лак. Поэтому я такая, вау, мне она нужна, как так получилось, что вообще у меня ее нет? Поэтому я взяла эту крошку от Faberlic, еще раз, это основа сыворотка под лак. Следующее, собственно, я взяла лак цветной. У него, линейка называется «Умный цвет», оттенок 7352. Это яркий такой малиновый, холодный розовый цвет. Я очень люблю такие цвета, они у меня есть, и они у меня регулярно кончаются. И вот мне кажется, что у меня вот на данный момент вообще нет ни одного такого холодного, яркого, розового, фуксиевого, если есть такое слово, лака. Поэтому я взяла его. Да, мне, кстати, нравится упаковка. И следующее, оно идет в хорошенькой золотой коробочке, это у нас, все по-английски, в общем, это верхнее покрытие для лака для ногтей, оно, у-ля-ля, оно выглядит отлично. По-английски это звучит как Top Coat Best Script, лучший сценарий. По стилю оно очень подходит этим помадам. Мне нравятся эти упаковки. Faberlic, мне кажется, вы делаете все правильно. Окей, следующее, что я буду долго распаковывать. Стоит отдать им должное. Ребята запаковывают все средства, которые могут хоть как-то пролиться, очень-очень плотно. То есть, если что-то вдруг пойдет не так в коробке, по крайней мере, остальные средства ваши точно не пострадают. Итак, следующее это средство, еще одно must-have средство, это средство для снятия макияжа. Оно двухфазное. Я пробовала двухфазные средства для снятия макияжа у разных фирм, и они всегда хорошие, они всегда очень эффективные в плане вот именно удаления макияжа. Вы знаете, я сильно крашусь, поэтому это то, что мне нужно. Так, оно называется средство для снятия макияжа с глаз, двойной эффект. Подходит для чувствительной кожи вокруг глаз. Я это использую на всем лице, подобные средства, потому что я имею в виду много макияжа на глазах, много макияжа везде. Моя кошка сейчас сделала просто какой-то феноменальный прыжок в длину с подоконника. Такая, с подоконника, в смысле, в комнату. Вот. Опять же, я вам расскажу, насколько мне оно понравилось. Так, и последнее. Я это не заказывала. И я пытаюсь понять, что произошло. Я распаковывала заказ, смотрела на большую бутылку на дне коробки и думала, сейчас я до нее дойду и наверняка вспомню, я просто забыла, что заказывала. Нет, я это не заказывала, видимо, это был подарок. Это жидкий концентрированный стиральный порошок для цветных тканей на 20 стирок. Отлично! Это одна из тех вещей, которая точно мне пригодится, потому что стиральный порошок нужен всегда, и да, это классно. Видимо, если вы делаете покупку, там, например, от 2000, у вас вот это вот идет в подарок, вот с данным каталогом, который прошел. Классно! Всегда нужен стиральный порошок в подарок.
тот момент, когда ты чувствуешь возраст. Ты получаешь в подарок стиральный порошок и просто вот испытываешь огромнейшее счастье от этого. И он концентрированный. Отличный подарок. Спасибо большое, Фаберлик. Классная акция. Так, и тут каталог. Он очень красивый. На самом деле, когда мне пришел мой прошлый заказ Фаберлик и этот каталог, я его положила, друзья, я просто почувствовала себя вот старые добрые времена. Я положила его себе на кухню, на диван, и я его регулярно листала. Все-таки есть что-то вот в этих бумажных каталогах особенное. А этот еще и такой сочный, классный, прикольный. Вот, и, кстати, я уже формирую следующий заказ на Фаберлик, поэтому в следующем видео вы увидите кое-что, что еще я там заказала. Поэтому, Фаберлик, спасибо вам большое за то, что продолжаете со мной сотрудничать. А вам, друзья, спасибо большое за просмотр. У меня на губах помада Гош, оттенка 160 Delicious. Все. Я пошла ужинать. Вам отличного дня, прекрасного настроения и спасибо за просмотр. Пока, друзья!